Этот пирог покоряет с первого кусочка. Масляный бисквит с добавлением меда, нежнейший, как облачко с сочными кусочками груши и медовым ароматом, он так и просится на язык. Да и приготовить его легко. Делюсь с вами легким рецептом, как из обыкновенного набора продуктов приготовить медово-грушевый пирог, который станет вашей фирменной выпечкой. Готовьте с удовольствием. Подготовьте необходимые продукты. Груши вымойте и нарежьте на мелкие кубики. Яйца и сахар взбейте в пышную светлую пену. Добавьте размягченное сливочное масло. Взбейте. Добавьте мед, взбейте. Просейте муку и разрыхлитель в 2-3 приемах. Аккуратно перемешайте лопаткой снизу вверх. Груши добавьте в тесто и перемешайте. Переместите тесто в форму для запекания, D, 24 см. Разровняйте и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут. Затем дайте пирогу остыть в форме в течение 15 минут. Затем на решетке. А теперь можно звать всех на вкуснейший пирог. Приятного аппетита!